Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Наталья Полянская. Мы расскажем о пасхальных встречах со священнослужителями Полоцкой епархии. По соглашению Полоцкого райисполкома и Новополоцкого горосполкома прошли пасхальные встречи священнослужители с учителями и детьми дошкольных и школьных учебных заведений. О некоторых встречах, которые прошли в пасхальную седмицу, вы узнаете далее. Деятельность священнослужителей заключается не только в том, что они совершают таинства и церковные службы. Они участвуют в ряде встреч, духовно-просветительских мероприятий, цель которых – посеять добро в сердцах людей, чтобы люди ощутили присутствие Господа в словах священников. Актовый зал Новополоцкой первой гимназии в светлую седмицу собрал родителей и детей начальных классов с изучением основ православной культуры. Зрители окунулись в праздничную атмосферу Пасхи. Концерт подготовили учителя Анна Шайтер, Людмила Каразеева и Евгения Козлова. Праздничная программа была разнообразной. Дети пели, танцевали, читали стихи. Вместе с детьми на сцене выступали родители. Присутствующие узнали о страданиях Иисуса Христа, об истории светлого праздника Воскресения Христова, о благодатном огне. Мало-помалу наполняются детские сердца любовью, добротой и духовностью. Это можно было увидеть в глазах школьников во время концерта. Традиционно на протяжении нескольких лет разделить праздничную радость учителя и ученики гимназии приглашают настоятеля Новополоцкого храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» протоиерея Александра Карандея. Отец Александр поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал здоровья и Божьего благословения. Сегодня мы наслаждаемся этими днями, которые Господь даровал нам, чтобы мы что-то могли понять, разобраться, научиться, приобщиться этой божественной любви. Сегодня время, когда Господь даровал нам возможность побеждать это зло в самих себе. Борьба идет в наших сердцах. Когда-то апостол Павел прозвучал и сказал такие слова: «То, что ненавижу, то делаю». Это больше-меньше в мире касается каждого из нас. Ведь порой понимаешь, что вот это нельзя, вот нарушаешь. Понимаешь, что нельзя лезть в грязь, а вот тем так иначе тернешься. Но вот Господь даровал нам возможность очищать наши души, не накапливать себе какие-то негативные, а только приумножать росточки добра, все того, что приносит нам и покой в душах наших, и покой в наших семьях, покой в нашей стране. Дай Боже вам всем в этом только приумножать эти добрые ростки, которые дает нам праздник Пасхи. Христос воскресе! Учителя начальных классов совместно с родителями на семейных праздниках стараются напитать душу ребенка добром и любовью. Христос воскресе! У нас сейчас светлая седмица, светлый праздник Воскресения Христова. Под старой доброй традицией мы уже который год любим ездить в храмы и в монастыри, чтобы позвонить в колокола. Этот год не стал исключением по предложению мамы, родительницы, ученика моего, которая предложила нам еще раз повторить поездку в Глубок. И мы побывали в этом древнем городе, как раз побывали, когда была архиерейская служба, когда присутствовал владыка. Деткам очень понравилась служба, был крестный ход. Мы пообщались с владыкой, получили из рук владыки пасхальные яйца. Детям очень понравилось. Позвонили в колокола, съездили в монастырь. Это уже у нас не первый год такая традиция. Но сегодня у нас в стенах школы прошел праздник. Причем прошло два праздника. Один был праздник классный, а второй был праздник общешкольный. В Новополоцком учреждении образования «Ясли-сад номер 15» благодаря тому, что воспитатели во главе с заведующей Татьяной Кухаренко приобщают детей к духовно-нравственным традициям белорусского народа, воспитанники знают православные праздники и традиции наших предков. Праздник Пасхи – это праздник светлого воскресения Христова. Празднуем в нашем детском саду, в узком, тесном семейном кругу с приглашением родителей. Детки готовят праздничное представление. Мы тесно сотрудничаем с
приходом храма «Нечаянная радость» отцом Александром. И сегодня он тоже любезно согласился принять участие в нашем празднике. В учреждении образования было проведено праздничное представление. Дети с большим энтузиазмом отнеслись к подготовке празднования Светлой Пасхи. К представлению готовились заранее. Красочно оформляли актовый зал, разучивали песни и стихотворения, готовили праздничные декорации. Воспитатели поведали зрителям и детям про императора Тиберия, Марию Магдалину и чудо с яйцом, раскрыли значение праздника Воскресения Христова. Радостно сияющие лица детей, праздничные наряды и костюмы создавали атмосферу присутствия среди малых сих самого победоносного воскресшего Христа. Поделиться своим праздничным настроением и поздравить всех присутствующих с праздником Воскресения Христова пришел настоятель Новопоулского храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» отец Александр Карандей. Он обратил внимание детей на то, что нужно всегда сохранять в душе добро и любовь. В завершение отец Александр и матушка Людмила подарили всем участникам мероприятия сладкие пасхальный подарок. Общение детей со священнослужителями воспитывает у них уважение к нравственным нормам христианской морали, учит творить добро, сохраняет духовно-нравственное здоровье. В Светлую Седмицу с пасхальным праздником пациентам Новопоулской больницы сестринского ухода пришли поздравить архиепископ Полоцкий Глубокский Феодосий, председатель Новопоулского горосполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Качанова, администрация Новопоулской центральной городской больницы и служители Церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Накануне этого дня иконостас осветил настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» протоиерей Александр Карандей. Сейчас у пенсионеров появилась возможность самостоятельно поставить свечу о здравии, поучаствовать в богослужении, в любое время прийти в молитвенную комнату и обратиться к Господу Богу. В больнице сестринского ухода находится 97 пожилых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Гости больницы посетили палаты лежачих больных с поздравлениями Пасхи Христовой. Каждый пенсионер получил архиерейское благословение от владыки Феодосия, сладкий подарок и красное яйцо – символ Пасхи. Наталья Качанова передала пасхальные куличи пожилым людям, лично пообщалась с ними, поддержала добрым словом и пожелала душевного и телесного здоровья. Пенсионеры с удовольствием общались и благодарили за внимание. Уход такие, на Калинский, сыновий уход. Ну, видите, как питание раз. Прекрасное. Все хорошо, все, мои любые, дай Бог здоровья. В фойе больницы архиепископ Феодосий обратился с проповедью к медперсоналу. Владыка обратился со словами благодарности за выполняемый нелегкий труд. И вот сегодня мы все должны вспомнить о будущем нашем. И те люди, которые здесь лежат, они тоже бегали, прыгали, были очень умными, очень здоровыми, очень активными. Но, увы, на финише жизни мы не знаем, что нас ожидает. И к этому нужно хорошо готовиться. Есть народная пословица: что посеешь, то и пожнешь. Сеешь добро, внимание, милосердие к людям, то пожнешь и в своей жизни, и на старости, и в будущей жизни. Если формальное отношение, пренебрежение, да, обойдется, то же самое будем ждать его. Поэтому надо уже сейчас задуматься о том, обеспечить себе благую старость, чем любовь и внимание к людям. И вы ежедневно можете испытать заповедь Божию, любви к ближнему. Во время от времени Господь на страшном суде, когда приехал, спросит: я был в больнице, вы меня посетили, я был болен, вы меня лечили, я был голый, нахуй, меня кормили, поили, идите в Царство Божие. А вы идите проклятые в огонь вечный и к ангелам падшим. То, что я был болен, вы меня не посетили, я жаждал, вы меня не напоили, понимаете? И это все реальность 100%. Дорогие мои, это не то, что вот кто-то что-то, какие-то идеи высказал, какие-то учения. Евангелие – это альфа и омега жизни. Дорогие мои, моя просьба – будьте внимательны к своей жизни, будьте внимательны к ближним, храните совесть свою по отношению к Богу, ближнему, храните свою душу от греха и порока, и уже сейчас заботьтесь о своем будущем. Будущее и земном, будущем и небесном. Бог вам помощь. Христос воскресе! Владыка Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубокский, принял участие в пасхальном вечере, который состоялся в городском дворце культуры города Новополоцка. В фойе дворца культуры музыкальным приветствием гостей пасхального вечера встречали участницы гимназии номер 2 образцовый фольклорный ансамбль «Кола». Для всех присутствующих была организована выставка-продажа православной литературы, икон и церковной утвари «Церкви Нечаянная радость». Новополоцкий дворец детей и молодежи подготовил пасхальную выставку учащейся школы Новополоцка. Со словами приветствия и поздравления со светлым праздником Пасхи к присутствующим обратился архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Христос воскресе!
наступил всесветлый и всеми нами любимый день Пасхи Христовой. Кажется, все мироздание ликует и внимает радости воскресения Христова. Даже бездушный мир приветствует этот святой день светом, теплом и покоем. Воскресший Христос, Сын Божий, нас Господь и Творец, создал весь видимый мир и вложил в него премудрейшие и непреодолимые естественные законы. Христос, наш Бог и Творец, создал род человеческий и вложил в него премудрейшие и созидательные законы духовной жизни. Христос, наш Бог и Спаситель, даровал всем нам не только блага земные и временные, но главное, даровал нам жизнь вечную и нескончаемую на небесах. Человек – средоточие созданного Богом мира. Он – микрокосм. И поскольку человек является образом и творением Божиим, а Бог есть Дух, то вся жизнь человека и всего общества человеческого должна строиться на этих прекрасных, премудрых духовных законах, которые являются созидающими для человека и всего мира. Что же это за законы или заповеди? Откроем Евангелие и прочтем. «Да любите друг друга, да будут все едино. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Какие краткие, но очень ёмкие и созидательные наставления Христа Спасителя. На этих словах 2000 лет строилась христианская цивилизация с ее огромными достижениями во всех областях человеческой жизнедеятельности. И мы достигли настоящих времен. Как же современное общество себя чувствует в плане духовном? Какова жизнь, духовная жизнь нашего современника? Как-то проезжая по одному из районных центров нашей области, я с удивлением и радостью прочел слова. Порядок в душе, порядок в семье, порядок в стране. И подумал, как велика мудрость руководителя района, которые отследили самое главное в нашей жизни. Это мир и порядок в душе человека. Оказывается, на нем строится все благоденствие общества. Одна капля в море начинает бунтовать, возмущаться. За этой каплей 10, 100, 1000, 1 000 000 капель, и все море воздымается страшной бурей. Так и в обществе нашем человеческом. Один грех, второй порок, грех 10, 100, 1 000 000 людей, они могут возмутить жизнь огромной страны и погубить эту страну. Будем очень внимательны к своей жизни. И первым устроителем, первым наставником в этой внутренней духовной жизни является воскресший Христос и Его святые заповеди. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Слова приветствия выразили глава Полоцкого райисполкома Николай Шевчук и мэр Новополоцкого горосполкома Наталья Качанова. Затем Наталья Ивановна вручила архиепископу Феодосию почетную грамоту от Министерства здравоохранения за тесное взаимодействие Белорусской православной церкви с организациями здравоохранения. Прекрасная духовная музыка, игра на инструментах, песни в профессиональном исполнении зарядили положительной энергией и хорошим настроением весь зал. Праздничный концерт оставил светлые чувства радости и благодарности за теплое общение. Духовенство помогает возродить и приумножить христианские традиции. Внимание священников необходимо людям, управляя церковными делами, они учат людей христианской вере и благочестию. Мы рассказали вам о мероприятиях, которые духовно приблизили людей к Богу. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания. До встречи через неделю.